Всех приветствую, с вами Лидекс, и мы играем третью игру в дуэльном турнире. Опять попадается мне DimZV, но не знаю, это так как-то хитро тут Сэмпрес тусует игроков, ну да ладно. Я хост первый раз из трех партий, выдал на своему сопернику Португалию, Голландию и Марокко, и нам осталась Португалия. Португалия, где наша великая и могучая. На самом деле, что я тут сделал? Я уверен, конечно, что был Марокко, выбор очевидный для меня, потому что у него хоть какие-то бонусы есть, да? А у двух других, что Голландия, что Португалия, нету никаких бонусов, в принципе, здесь до этих бонусов не доигрывают люди. И я не люблю за Марокко играть, и поэтому я дал ему Марокко. О, смотрите, соль есть. Я никуда не иду, это озеро. Так, вот там уже верх овала нашего. Но земли есть. Ладно. Так, сходим, посмотрим. Ага, море, значит, нам наш друг слева. Понятно. Обстрел вообще нереальный. Рост быстрый есть. Тоже все как бы устраивает, но вот эти две вырубки, значит, нужно очень быстро строить рабочего. Третий радиус еда. Тоже ничего. Два люкса, два отличных люкса. Оба из одной научной категории, так сказать. Я имею в виду майнинг. Так что меня очень радует этот старт, на самом деле. Еще радует, что буду иметь одну клетку воды. Это ему даст понять, что я как бы на воде, на море. Но реально я буду на озере. Это тоже как бы телодвижение такое, ух, какое правильное. Подождем немножко, что он сделает. Мне интересно просто. Но реально я никуда, конечно же, не иду. Я имею два быстрых роста с молотками. Сам стою на холме. Это вообще космос. И докуплю до золота или до соли. И там посмотрим. Ну, соль сама, скорее всего, выкупится. А золото придется докупать. А может и нет. Посмотрим. Если рабочий быстро обработает два холма, я смогу посело строить и на этих двух. Так что все пока устраивает меня. И... игра обещает, во всяком случае, вот этот старт меня радует. Так, поставил. Поставил молотков 5. Это круто. Ладно, я ставлю тогда. Так. Начнем со скаута все-таки. Потому что так надо. Так, ну и, соответственно, я вижу, что он не на воде, я на воде. Да? Да. Ну и меня повеселее, он плоский, судя по всему. Или обрабатывает без молотка. Ну. Так, еще одно золото. Подойти ко мне вообще нереально. Ну, это такое большое озеро я бы не хотел, конечно, иметь, но что ж делаешь. Но обстрела вообще нету, видите, совсем никакого. Тут болото, болото, болото. Значит, мне по верху идти будет. Не хотелось бы тут лагерь заиметь, на самом деле. Но похоже на то, что он там выродится, в конце концов. Серебро. Вот этот, вот тут, вот прямо на этом холме, может быть второй город. Он цепляет мою соль. И это радует, потому что можно сразу солью откармливать будет. А, эта соль не моя. Ясно. Ух ты, смотрите, сколько солей. Пантеон уже ясен. Знаете, да, что здесь важна религия на самом деле? Жалко, холма не имею. Вот если бы на шаг быстрее нашел, то уже купил бы золото, конечно. Я. Плоско, это дань. Это может быть легкая дань. И там еще золото сидит. Раз, два, три. Блин, на этот холм тоже не поставлю, значит золото пролетает.
Ясно. Идем посмотрим, что там возле мрамора. Накидала лошадей. Ну, два. Ну, ладно. Все-таки, ага, вот лагерь. Ясно. Откуда ноги будут расти. Еще какое чудо найти. Хорошенькое такое. Так, на золото прыгнем следующим ходом. Ну и тут майнинг без вариантов. Не то чтобы я там очень хотел, но по фэншую так надо. Отлично, здесь уже интереснее. И сейчас я хочу еще одного скаута и потом рабочего. Торопиться некуда. И куплю, конечно же, золото, может быть, 35, недорого. Ну, пока не вижу соперника, но карта достаточно узкая, да, видите? Так что, наверное, все-таки мы сейчас встретимся. Как у него там дела? По счастью, такое же дела, значит, он чуда не нашел еще никакого. Это радует, это радует. Еще одна ГГшка. А вот и он. Да, вот здесь вот надо занимать место чем быстрее. Соответственно, все-таки я буду вынужден купить. Так, и сейчас буду блокировать ему золото, чтобы он сюда не пришел. Это, скорее всего, его второй радиус. Значит, раз, два. Вот здесь он где-то может ставить. Значит, вот на этом холме мне надо стоять и улыбаться ему. А сам пока что буду блокировать просто скаутами. Так, отлично. Раз, два, три. И четыре. Ох ты, много как идти, а. Он еще на пути лагерь будет. Неприятно. Так, скаутом я буду сейчас возвращаться. Не знаю даже, хочу ли я сейчас. Хочу, ладно. Нация соперника, вот он, Марокко. Ну, тут у него и вверху неплохо. Этот вот люкс, конечно, бестолковый, слегка так, да? 6 ходов, нет, ребята, столько я ждать не буду. Мне надо, чтобы сейчас он прыгнул туда. И пойду вырубать все. И начнем после строить, а за ним пойдет уже воркер. Этот, ну, в общем. Пока все так и так. К сожалению, через два хода вырубим леса и будет все красиво. Он пойдет по низу, скорее всего. Так, он посело строит. Блин. Тогда надо идти помочь ему. Не поставить этого посела. Мне главное, чтобы он передом на город не поставил, а там как бы пофиг. Переживем. Сейчас, конечно, придет варвар, но я надеюсь, что он пойдет вот. Ему быстрее увидеть границы Рагузы, нежели мои. Рабочим я буду вырубать этот холм, конечно же.
и потом сразу копейщика. И копейщиком вот это две плоские ГГшки, понимаете, да, называется. А тут сейчас подлечимся и будем просто в наглую не давать. А тут, надеюсь, может он поймает такого варвара, и он уже слегка побит. По армии у него столько же, значит, тоже два. А хотя, может, и не два скаута, я не уверен в этом. Ну, так все ровненько. Он так же делает все, как я, только ему идти, наверное, чуть-чуть подальше. Так, тут город. Прям на золото можно бабахнуться. И, соответственно, куда-нибудь, не знаю, вот надо бы здесь, но что-то как-то стрёмно. Так, золото, золото, тут все красиво, прекрасно. И что он тут встал? Боится, наверное. Как там армию не строят? Нет. Все у нас идентично. Вот, как чувствовал. Кто ж тебе даст расти? Так, нарисовалось железо. Так, 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 и я хочу я вот сюда. Бедного скаута сейчас замучаю тут. Надо будет обойти вокруг посмотреть. Так, он построил еще кого-то. Значит, это был не после. Этот кто-то. Ох, какая хорошая вещь. Так, и под вырубку я заберу. Ладно, пускай ведет. Сейчас я не могу на это рассчитывать. Под вырубку я заберу этого копейщика еще. А этим уже поведу своего чувачка сюда. Это сранцы, как они меня там атакуют. Три хода. Ну что сделаешь? Ну вот, ГГшку нашел еще одну. Ах, придется ждать его. А так хотелось бы уже вести. Сюда прыгну, потом сюда. Ну и тут вот даже можно сюда ставить, не на золото. Это будет хороший блокирующий город. Плюс обстрела нету, плюс еда есть, холмы. В общем, четкий город на самом деле. И один вот сюда. Даже так. Хотя...
Наверное, мрамор мне быстрее нужен будет. Так, армия его первая. Рискну, рискну. Раз, два, три. Ну да. Зря ударил, кстати. И сидим здесь тихонько. А он наверх идет, смотрите-ка. Нет, он может тоже здесь поставить. Тогда мне придется вот здесь вот коней отбирать просто. А, ё-моё! Ну ладно, копье выберет. Ну вот, рискнул, рискнул, называется, да? Вот думал, что так. А, кстати, надо было сканировать, чего я не делаю, а мог бы, конечно. Ну ничего, это просто. Ну, конечно, опять потерял время. Вот у меня что-то с ним везет вот на это дело. Ну, лагерь сейчас смесь просто придет и все. Мне надо вот сюда вот поставить, и будет рабат его с фланга атаковаться. А здесь я хотел просто вот здесь вот и поставить, на самом деле, на этом холме. Мог ход подождать, но вот видите, как бывает. Надеюсь, он сейчас пойдет наверх. И я его тут разбомблю своими луками. И все будет нормально. Но ход я потерял. Я этого посела веду сюда ставить, а этого, что отобью, здесь уже поставлю. Заодно заблокирую скаутом здесь проход. А здесь мы лечимся. По-другому я не вижу здесь развития событий, на самом деле. Опа, он вниз пошел куда-то. Вот это плохо. Ладно, значит, это идет наверх. Вот он куда идет. Интересный человек. А я надеялся, что он не туда пойдет. Ладно, пока мы будем расти. Да, хотя нет, не будем расти. Расти мы не будем. Ну, блин, еще и не из этого лагеря. Обидно. Убили, гады. Так, ну мы ставим вот сюда вот. Посмотрим. И значит один суппортный город сюда. Внизу пока оставим. Оба, он сюда ведет? Ну, не знаю, вот сюда бы я на его месте не вел. Ну, посмотрим. Мы делаем интересные ходы, на самом деле. Я вот туда бы не вел. Знаете что, давайте-ка мы построим посел.
Или нет, или еще одного этого. Так, отлично. Шут. Прям на овечку ставим, потому что здесь не могу поставить. И вот прямо на мрамор поставлю, скорее всего. Ну, посмотрим. Не уверен еще, вот, куда именно этот поставлю. Он прям так налегает сюда, прям на меня. Соль ему так нравится. Но мне нужен еще один посел. Блин, ну так посела потерять, ё-моё. Как так второй раз подряд такую вот фигню сторону, а? Не торопитесь, ребята, не торопитесь. Нужен мне еще один посел сюда вот. Пойдем дань еще возьмем. Со вторым копейщиком. Вот, зараза. Ну, лагерь буду забирать, наверное. Ну да, поставил фес. Так, интересно. Раз, два, три. Вот тут я буду ставить. Так и быть. Наберу немножко золота, да. И тогда мы просто тихонько заберем с этой стороны Марракеш или Рабат. Посмотрим. По большому я ему отрежу фес. И такой у меня план. Если Рабат забрать, то фес вообще ничего с ним не сможет сделать. Вот на это я и рассчитываю. Сейчас появится у меня рабочий через 10 ходов. Я вот как раз поставлю здесь город к этому времени. Идем тут вырубать лес. Так, ну, конечно, промка у него больше, у него на один город больше, но они оба на плоскости стоят, это меня на самом деле радует. Тут у меня вариантов пока что немного, можем камень обрабатывать, но он купится когда-нибудь, ладно, давайте камень и промку. Как там с деньгами? Денег нет, отлично. Пойдем рабочего заберем. Так, сюда нам надо. Коляски здесь отлично у меня зайдут.
И с этой стороны просто на Марракеш можно сразу, можно на Рабат. Вот так вот. Ну, в общем, я обхожу этот фес, мне он тут не нужен. Он мне не мешает. А этот город между, это будет просто сателлит. К сожалению, я потерял посела. Это меня просадило, как бы я бы уже вот здесь и здесь бы поставил города. Это было бы весело. Да, не радарил, я знаю, я мог радарить. Я просто не привык это делать. Вот почему. А вот там, кто там написал ГГ, это я еще как-то, знаете, что-то слабо верю, что ГГ. Я думаю, я еще немножечко подерусь. Так, с Рагузы возьмем дань. Уже скоро, кстати. Для этого вот побольше поставим. Так, что у него по армии? Армию он не строит. Это меня радует, на самом деле. Эти по одному стоят. А мне надо вырасти. У меня счастья должно хватать. Будет раз, люкс 2, люкс 3, люкс 4, люкса на 3 города. Дай дороги. А вот у него люкс не такой хороший. И эти два ему надо сюда еще рабочих привести. Оба города стоят без защиты. А он пошел забирать рабочего у этого самого. У лагеря моего. Так сказать. Потерянного чувака. Давайте поставим и хочу рабочего еще одного. И хочу подрасти немножко. Давайте-ка так, а здесь построим лучника. Пока что. Ладно. Радарить, говорится, да? Блин, ну надо, надо. Ну вот, промка уже как бы выравняется. Ничего, я подрасту, будет все повеселее. Главное, армия мне. Я могу содержать, а он ее не может содержать. Это меня радует. А вот и моя дань. Значит, сейчас пойдем еще там дань возьмем. Это мы берем себе. Рабочих у нас будет много. Пирамид я строить не буду. Не будет для этого времени. И все будет как бы нормально. Здесь станет, потому что может здесь заспамиться и сразу забрать. Прошлый раз проиграл против него, потеряв посева. В этот раз та же самая история. Я не знаю, вот надо как-то надавить руку на радар. Ну, понимаете, радар это такая вещь, что редко используется в играх. Разрешено использовать. И я вот, ну просто вот физически не расположен к этому. Обидно, досадно, что сделаешь. Так, армия. Армия нормально, промка нормально. Меня пока что все устраивает. Ну как, не фонтан, но хоть что-то. Отлично. Хочу вот это. И закончится это дело. Я могу себе позволить содержать армию, то есть ее теперь держать, а он этого себе позволить не сможет. Понимаете разницу? И тут этот город надо отрастить. Надо. Сейчас здание возьмем еще раз. Через два хода.
Так, я смогу и лагерь обстрелять, и не разрешу сразу прыгнуть ему. Это к тому, что я зон контроля сделал. Не стою рабочего, не защищаю напрямую. 20 молотков выбил, да? Ну хорошо, хорошо. У меня роста больше, видите, да? Я расту, он в молотках стоит. Значит, строит армию, да. Отлично, меня это устраивает. Хотя бы потому, что он вынужден строить армию и просаживаться по золоту. А это значит, и науку убивает. Мы его этим сейчас... А я могу настроить армию, ее просто стендинг, это стоящую просто оставить. И он, если хочет догонять ее, он будет вынужден строить, просаживаться по всему. Ну вот как-то так. А чё ты сюда пришел? Тут тебя никто не ждет. Ах, надо было стрельнуться потом. Ну ладно. Так, мне нужен еще один какой-нибудь чувачок защищать с этого фланга. Сейчас мы его построим. Причем сразу же. Этот чувачок будет лучник, потому что я буду апать и жестоко нападать. Сейчас еще дань Ванкувер даст. Уже скоро. Подведу копье, вылечу его немножко, и он мне даст. Раз, два, три, четыре, пять клеток нужно, если кто не знает. В дуэли. Ф6. Ну это так, мануальчик быстренько. Надо ж людей сподвигивать на то, чтобы они быстрее, лучше поднимались в этой игре, чтобы было интереснее другим играть. Ну ходим, 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 ходим. Два плоских города, отличная ситуация на самом деле. Отметим, что это рабочие, не просто рабочие, а рабочие рагузы. Здесь мы построим сейчас майнинг. Следующим ходом заберем лагерь, это деньги. Не то чтобы я для Ванкувера старался, но это деньги просто. И идем в Мидкорин, конечно же. Так, поставил своего этого дуболома здесь. Понимаете, он будет защищать, сдвигать сюда армию, а я здесь нападать не буду. Вот в чем прикол. Четыре коляски нам надо будет построить сейчас. И полетим. Четырех колясок здесь будет более чем достаточно. Рабат падает, фес остается один сам по себе. И что тогда? Тогда смерть. Давайте подведем сюда поближе. Так, золото боюсь. А, боюсь. Блин, я ж могу радарить, да, опять же. Как вот я не это самое. Ну ладно, не боюсь. Буду вырубать, я подумал, все-таки не буду пока что это. Лечись, ты пригодишься. А ты стой. Его ж там еще небось варвары напрягают, вот все эти дела. Как там с... Нет, не держишь. Ну вот я уже вырвался вперед немножко. А так как счастья у меня много. Мне нужен вот этот холм еще. Так, Ванкувер, давай, делись деньгами. Так, еще раз. Прорадарим. И золото будет у нас. Не знаю, что он тут хочет. Но я ему помогу определиться, что здесь ему лучше не стоять. И после этого мы строим... Подождите, сколько у нас тут денег? Блин, тут надо лучников строить и строить.
Нафига на мотоцикляске, да? Рогоза, друг, ты как там насчет Дани? Скоро, отлично. Надо вернуть копье тогда. По-другому не возьму. Или знаете что? Через 6 ходов я апать буду, и когда апну, мне точно дадут они. Дань без вариантов. Не, ну как так? Мы растем. Два хода, отлично. Как у него там с ростом? Не такой, как у меня. Тоже приятно. Мне надо успеть просто выше быть его инфраструктуры. То есть не дать ему... поднять свою инфраструктуру. Здесь, кстати, я пониже буду бить. Давайте вырубать, ребятки. Нам нужно много-много луков. У меня денег до хрена. Будем все апать. Тут тоже вот сразу так даже. Счастье немерено, денег немерено. Сейчас потом переключимся резко все в промку и уйдем далеко-далеко. Так, как будем атаковать? Вот отсюда можно сразу прыгнуть на два холма. Рагуза может попросить Дань еще раз, подождите, раз, раз, два, три, четыре, нет, 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 ладно. Так, что у нас здесь? Здесь мы уже можем, наверное, сделать так, я подозреваю, нет, не можем. Прости. Игра не затянется, это я могу обещать точно. Кто-то быстро сложится. Так, и я хочу... Ну, вы поняли. Так, дорогу хочу. Вот этот холм должен иметь дорогу. Лучников я сюда соберу и апну их просто. Просто-напросто апну. Здесь я могу вырубать, это мне не нужно. Начнем строить дорогу. Деньги есть на это дело. Я хочу вырубить, чтобы он у меня успел подрасти, чтобы вышел до construction. Этот пойдет делать дорогу, этот закончит золотом и тоже на дорожку пойдет. Пирогуза скоро поделится деньгами. Так, тут бы холм бы еще какой-нибудь своровать у кого-нибудь. Ладно, расти, нафиг нам эти деньги. Как у ребят с деньгами? Херово. Отлично. При этом армия моя побольше будет. Два хода. Успею как раз. Отлично, отлично, отлично. Так, тут мы будем апаться. Тут мы посмотрим. Так, что у нас здесь? Можно где-нибудь подрасти, чтобы один ход был, а не два? Как-нибудь. Вот. Вот это то, что я хотел. И потом ставим на серебро, на золото или железо сразу. И все. Здесь уже правильно. Правильно, здесь нам больше расти не нужно. Три хода, да? Но под вырубку будет не три. Че, прям серьезно? А, рано начал. Я сейчас отойду. Да, рано начал. Хотя, с другой стороны, я его сейчас сюда к себе подозвал. А через два хода у меня констракшн, да? Прикольно. Но я могу потерять... Подставлю лучника. Не лучника этого. Отлично. У него армии так немного. Будет еще меньше.
Дай дорожку, пожалуйста. Так и так. Вот это то, что я хочу сейчас сделать. И вот так. 7 роста, блин, до хрена. Ну еще. Так, тут ап. Тут мы хотим дорогу. А тут мы сейчас примем бой. Этого мы не боимся совершенно. И начнем апать. Рагуза, ну как, дружок, с деньгами-то? Ведь хочешь, я ж по глазам вижу, что хочешь отдать. Можно было бы пойти вот это обработать, но, блин, сейчас надо мне дорога. Нужна. Как у него с армией? Ну, такая, ничего. Не то чтобы фантастика. Отойду сейчас просто пока что. Отлично, Construction ушел. Дорогу. Спасибо. Ап. 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 Там пострелял, да? Ну, что сделаешь? Ап. И дань хотелось бы увидеть. 10. Да? Ну, ладно, ладно. И они просто быстрые. А поэтому отсюда они здесь у меня пойдут. Давайте дорожку, ребятки, давайте. Ты тоже. Не халтурь. Так, дальше у нас кони в яблочку. Рагуза, блин, зануда. Следующим ходом обязан отдать. Просто обязан. Он свою армию немножко просадил. Но молотков имеет уже, молодец. Но армию не будет столько иметь, сколько я. А сейчас он вывел на плоскость этих своих ребят. Сейчас мы их встретим и корем. И отброшу назад к Марракешу. А дальше, ну, дело техники, я считаю. Не, ребята, я эту должен успеть закончить. Через час я уже уезжаю, так что ФФАшечек не будет. К сожалению. Он отошел. Конечно, отошел. Куда же он денется с подводной колодки? Рагуза. Как ты смотришь на то, чтобы поделиться деньгами? Спасибо, Рагуза, ты настоящий друг. Так, 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 так. 6 ходов за медкарей. Отлично. И мы пошли с дорожкой вперед. Ну все, промки у меня больше не будет уже, к сожалению, тоже. И как бы денег хватит науку выдержать какое-то время. Блин, не склеп, сори. Так. Что у нас здесь? Как у нас тут дела? Надеюсь, постреляет. А может и не стреляет, мне как бы одинаково. Серьезно?
Или я могу его отвлечь, просто фес вынести. Вот сейчас здесь выпрыгнуть просто. Вот сюда, сюда, сюда. Ну, представляете, что будет с фесом. То есть феса не будет, я хотел сказать. Но я думаю, я сразу справлюсь здесь. Почему-то у меня такое мнение есть. С его наукой, а у него 4 города. Так, давайте полечим, наверное. Но я буду отходить и тогда лечить. Ну, раз ты здесь, тогда уже тогда этим займешься делом. А ты пойдешь. Ну, ты, конечно, вылечишься. Смотрим. Так. Ты давай сюда, мне холм нужен. А ты давай сюда. Ну и да, ну давай так, тоже. Молоточек все-таки. Так, тут везде все отлично. Там отлично, тут отлично. Лошадку хочу одну построить для того, чтобы забирать города. Там всякие вот это все. Подожди. Сейчас будем одной волной постоянно набегать и отбрасывать. Он не, даже если выйдет в медкари, а он в них не выйдет, ему будет тяжело меня. А вот еще разграбить это дело. Но он отходит, ясно, больше нет нечего делать. 40 молотков выжил, ни хрена себе, молодец какой. Ну ничего. Молотки это сейчас ему так, не главное. Подождем. У тебя мапа, ну что-то слишком мапнутый такой, пока есть денежка. И, пожалуй, еще этого. Этого. И будем убивать армию. Просто давить, 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 давить и все. Ванкувер, а ты там деньгами не хотел делиться? Навряд ли уже, да? Ну нет, так нет. Кто ж я такой, чтобы с тобой спорить? Ну а то он тут круто, конечно, повел себя. Но я все равно буду убивать. А это он вот, кстати, зря сделал. Ну, это мое мнение, конечно. Так. Холм. Отлично. Пойдем сейчас камешек обрабатывать здесь. Как там по армии? 40-27. Мне нравится. И что ты тут встал? Ты мне тоже здесь как-то не очень.
Ладно, пускай лечится. Сейчас будем продавливать. Этого отведем сразу. На следующий ход коняшку будем строить. И дорожки сюда, в эту сторону. А то как-то тяжело ходить здесь мне. А Марракеш вынужден был сейчас армию строить постоянно. А рассинхрон пошел. Ждал до конца самого этого, и, блин, рассинхрон. Отлично. Отлично. Так, дадим ему все пострелять. Тут как раз апа у нас стоит. Наконец-то. Наконец-то. Так, давайте дороги, ребята. Это важно. Ну, пока нет, коляска нафиг не нужна. Давайте копья будем строить. Ну. Так. Это про то копье. Ну да. Так, здесь нам копья будут нужны, а здесь я уже хочу камин. Хотя бы два. Отлично. Так, дальше нас интересует математика. Так, отстрелялся он, да? А, и зона контроля, понял. Тогда так. Тогда... Так. Так. Ничего, мне не пострелять, что ли, совсем? Ах ты, блин, нечаянно. Ну ладно. Отлично. Все, сделал. Бежали. Так, тут нам, блин, нафиг счастье, золотой век, чё ж там. Как там у человечка с деньгами? О, ноль вышел, круто. Сделаем так. И следующим ходом попробуем пофаст-кликать. Так, ну давим, потому что у меня некуда ставить их просто. Вообще вырубить вот это вот надо было бы. Было бы вообще классно. Так, тут я хочу для начала сделать... Разграбить. Так, а ты у нас вот здесь будешь завязан. Как демография? 44 на 42. Отлично. На один город разница, я считаю, это очень даже неплохо. Осталось продавить. Мелочь, так сказать. Давай, отстреливай, давай, быстрее, быстрее, давай, я в тебя верю, ну, давай. Спасибо.
Это пойдет вырубка наша. И тут можно даже всякие поставить там эти. Забыл разграбиться. Это хотел коляску бездарно потерял. Что сделаешь? Сейчас копья туда ворвутся слегка. Вот эти два. Пока мы тут будем отстреливать. Они что, не имеют дефенса? И можно рабат будет забирать все-таки. Отрежу я его. Ага. Так. Давай-ка иди к дому ближе. С холма этот, по-моему, да, достает тоже. Раз, два, три. Ага, выжил? Нет, не выжил. Ну что же делаешь? Нет, так нет. Это для рабата уже поставим. Сейчас уничтожим еще пару колясок. А еще лучше кони уничтожают коляски. Так, надо вырубить этот лес, тогда обстрел рабата будет вообще замечательный. И все. Будет тогда прекрасно. На дорогу. Ладно, стой. Ну, похоже, мы сделаем то же самое. Это коляска не жилец. А я здесь поставлю просто крепость. Не хочу сейчас подводить никого. Пока. Надо пару дорог построить. Пожалуй, еще одно копье. А здесь начнем медкорей клепать опять. Так, я ставлю крепость вот на это место, где мой рабочий, и все. Но отстрелял, я думаю, он уже, да?
Думаю, да. Вот так. Люкс сейчас пограбим. Дорога пошла. Давайте, чай рвет, у нас их нет. Так, тут бы разграбить, вообще было бы космос нам сюда. Так, ну давайте посмотрим, что тут. Так, как тут дела? Этот помер, этот убьет. Рабату смерть. Вот это, конечно, этим займется. А здесь мы будем строить дорожки. А ты все еще лечись. Ты не готов. Так, сейчас главное пограбить много чего надо. Ctrl-P. Shift-P, извиняюсь. Зачем ему счастье? Я считаю, не нужно. 4 города, это круто. А у меня как раз счастья на него хватает, прикиньте. Это ж неописуемый восторг. Ну да, как-то так. Но, несмотря даже на то, что я как бы потерял своего посела бездарно. Ну, я умею, я вот не могу выигрывать так вот просто, да. Но дань здесь все решила. Запомните, дань решила. Нет, ну реально, он этих ГГшек не видел, и два копья собрали, считайте, 3 раза я собрал с каждой ГГшки дань, апнулся, и это удержать, даже с учетом того, что я посела потерял, было нереально. А если бы я не потерял посела, ну, мы бы закончили еще быстрее. 60-й ход для меня это стандартный час игры. Да, меня поздравляет соперник, спасибо ему. Да, он тоже сказал, когда увидел, что посел в лагере, то дело в шляпе уже все, типа опять он выиграл. В прошлый раз он тоже видел моего посела в лагере. Ну да ладно. Ну все, на этом все. Фаер, иду к тебе смотреть твой стрим с Финном. Посмотрим, как там у вас дела были. На этом заканчиваем. Спасибо, что смотрели. Удачи, ребята.